Вы должны стремиться к контролю над своими мыслями и чувствами. Краткий розарий по диктовке возлюбленного Кутхуми от 24 марта 2005 года. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко Спаса родила еси душ наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко Спаса родила еси душ наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Божественной Матери, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ваше сознание подобно определенной емкости, и сознание каждого человека ограничено в то время, как он находится в воплощении. Благодаря дару свободной воли вы сами решаете, чем наполнить емкость вашего сознания. Бывает так, что ученик готов к усвоению определенного объема знаний, но его сознание не имеет необходимой устремленности и направленности. В этом случае он предпочитает заполнять емкость своего сознания всем, что он встречает во внешнем мире. Всем, о чем он читает в газетах, смотрит по телевизору, слушает по радио. До определенного этапа такая всеядность допустима, но только до определенного этапа. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Если человек сам не предпримет усилия к ограничению потока информации, поступающей в его внешнее сознание из физического мира, то он заполнит свое сознание массой ненужных вещей. И когда наступит космический момент для получения реального знания, в силу того, что небеса решают дать это знание невознесенному человечеству, сознание такого индивидуума просто не способно вместить ничего нового. Мало того, во всем этом хаосе, содержащейся в его внешнем сознании информации, он не способен ориентироваться. Для него сведения, полученные из светской печати, имеют такое же значение, как информация, полученная из диктовок владык. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Часть этого информационного мусора перемещается в подсознание и оседает там. И порой, когда монстр какой-либо загнанной внутрь психологической проблемы объединяется со сходными вибрациями, содержащимися в так называемых средствах массовой информации, то результат, проявляющийся во внешнем поведении человека, является столь непредсказуемым и не укладывающимся ни в какие рамки, что ни один психолог не может помочь вам в разрешении неожиданно вставшей перед вами психологической проблемы. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Все проблемы вы создаете себе сами. Именно в тот момент, когда, не задумываясь о последствиях, складываете в емкость вашего сознания всю информацию, с которой вы сталкиваетесь в вашей жизни. Вам уже неоднократно говорилось, что 90% окружающей вас в вашем мире информации является ложной, ненужной вам для вашего развития как духовных существ. Поэтому я предлагаю вам для начала ограничить вашу всеядность. Не стоит слишком полагаться ни на какую информацию, которая приходит к вам из внешнего мира. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Для начала вы должны стремиться к контролю над своими мыслями и чувствами. Уделите себе 10-15 минут в день, когда ничто не отвлекает вас. Вы можете это сделать перед отходом ко сну. Попытайтесь понаблюдать за тем, о чем вы думаете. Разглядывайте свои мысли. Изучайте их. Представьте себе, что ваши мысли являются рыбами в аквариуме. Вот к вам подплывает одна мысль. Изучайте ее. С чем связана эта мысль? Если эта мысль привязывает вас к этому миру, заставляет вас сосредотачиваться на окружающем вас мире, отпустите эту мысль. Она не нужна вам для вашего духовного роста. Потом рассматривайте следующую вашу мысль и следующую. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Ваше сознание наполнено так многими мыслями, представляющими собой не что иное, как энергию, которую вы привлекаете извне и которая созвучна энергии, содержащейся в ваших эмоциональных и ментальных телах. Когда вы таким образом проанализируете все, о чем вы думаете, проанализируйте все ваши мысли за день, и вы поймете, что ваше сознание так заполнено переработкой ненужной информации, что у вас просто не хватает мощности вашего сознания, чтобы начать обрабатывать действительно полезную для вашего развития информацию. Вот почему самым главным является момент принятия решения, что вы не будете больше заполнять ваше сознание ненужной информацией из окружающего вас физического мира. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. После этого вы, возможно, решите использовать какую-либо медитативную практику, которая поможет вам освободиться от ваших мыслей, привязывающих вас к вашему миру. Цель любой медитативной практики, если она истинна, добиться состояния безмыслия. И когда вы сможете сохранять это состояние безмыслия достаточно продолжительное время, вы сможете получить доступ к истинной информации, которая действительно необходима вам для вашего духовного продвижения. Наступило время, когда ментальное поле планеты должно быть очищено. Только тогда, когда вы освободите кастрюлю, вы можете наполнить ее тем, что в данный момент вам необходимо в нее положить. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Я предлагаю вам серьезно пересмотреть свое отношение к необдуманному предоставлению своего сознания под воздействие всевозможных информационных потоков вашего мира. Ваш мир содержит 90% никак не нужной вам информации. Освободитесь от этой информации, и вы получите доступ к той информации, которая вам необходима. То же самое касается ваших чувств. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Анализируйте свои чувства за день. Наблюдайте за своими чувствами в течение дня. Как часто вы испытывали любовь, радость, беспричинно хорошее настроение? Сколько раз вы останавливались посреди улицы, чтобы полюбоваться деревьями или облаками? Как часто вы вообще выезжаете на природу? Ваши эмоции, точно так же, как ваши мысли, подвержены влиянию общего информационного поля Земли. И это поле препятствует проникновению в ваш плотный мир любых образов и представлений из более высоких октав. Человечество находится под колпаком из собственных несовершенных мыслей и чувств, под который оно само себя загнало. И сейчас вы должны начать разгребать завалы ваших несовершенных мыслей и чувств. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Ваши средства массовой информации подстраиваются под средний уровень человеческого сознания. Поэтому они препятствуют вам перейти на более высокий уровень сознания. Откажитесь от потребления информационных суррогатов и, подталкиваемые конкурентной борьбой, средства массовой информации начнут подстраиваться под ваш уровень сознания. Этот мир является только отражением вашего сознания. И, изменяя свое сознание, вы способны будете притянуть к себе более совершенные проявления из тонкого мира. И произойдет осаждение этих совершенных образцов, которые уже давно приготовлены для вас самыми передовыми умами человечества и ждут, когда же вы примете это совершенство в свой мир. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Божественной Матери, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь.